Инсия Насырова – инвалид второй группы. Несмотря на свои 73, она не унывает по жизни. К тому же является опекуном своей 93-летней свекрови, которая также имеет инвалидность. По словам пенсионерки, любые подарки, пусть и небольшие, все-таки греют душу и поднимают настроение. Большое спасибо городу Нефтекамск, нашей организации, что нас уважает, что наших старых людей внимание берут, что они переживают за их. Благодарна всем от души. Я, конечно, и от себя, и от мамы. Не дорог подарок, а как дорог внимание. Это большое внимание же. Не забывает наших старых людей. Вот ей 93 года, она даже принесем мы, она даже рада будет плакать, будет радоваться будет. В связи с прошедшим праздником подарки получили 50 представителей маломобильной категории людей. 4 декабря в комплексном центре социального обслуживания им от сети магазинов «Аксарлак» были вручены продуктовые наборы. Как мы выбирали критерии людей? Ну, у нас часто бывают разные акции, а наш комплексный центр обслуживает граждан пожилого возраста, инвалидов, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Поэтому периодически в этих акциях у нас принимают то количество людей, допустим, сколько нам предоставляется предпринимателями благотворительная помощь. Сегодня нам оказали благотворительную помощь ИП Мухаева Филюза Магруповна. Предоставили нам 50 подарков конкретно ко дню инвалида. Вот сегодня мы выбрали 50 человек, те, которые ранее у нас еще не получали ничего. Также ко дню инвалидов стала известна еще одна приятная новость. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья нашего города получил сертификат на сумму 470 тысяч рублей. Благотворительную помощь оказало предприятие ООО «Газпром Трансгаз Уфа». За республиканские учреждения похлопотала министр труда и соцзащиты Башкортостана Линара Иванова. Мы, конечно, целенаправленно шли к этому и просили это на такую благотворительность. Благодаря вот Ленаре Хакимовне нам удалось получить сертификат на 470 тысяч, как я уже сказала. А эти деньги у нас пойдут на капремонт игрового зала и музыкальные комнаты. Сейчас в этом помещении, можно сказать, полный разгром. Горы мусора, неровные обшарпанные стены и старая мебель. А в скором будущем здесь планируется создать уютный детский уголок, в котором будут проводиться не только развлекательные игры, но и всевозможные мероприятия. На днях в этой комнате вставили новые окна. Сейчас дело за стенами и потолком. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями будет благодарен всем, кто готов помочь в осуществлении капитального ремонта и оборудовании будущего игрового зала и музыкальной комнаты. Лариса Динмухаметова, Фандир Фазлыденов, информационная программа «Ежедневник».